На выставке «По дороге в Ярославль», которая открылась в Щелковской художественной галерее, представлены работы художников Сергиево-Посадского отделения Союза художников России. Посетители выставки могут увидеть здесь старые русские города и словно воочию побывать в Сергиеве-Посаде, Переславле-Залесском, Борисоглебске, Ростове-Великом, Ярославле, Суздале, Костроме и других. Художники воспроизвели в своих картинах их уникальную архитектуру, памятники истории и культуры, а также старые улочки и живописные уголки природы. В организации выставки приняли участие сотрудники Щелковской художественной галереи и Щелковского историко-краеведческого музея. В выставке принимают участие большое количество художников, а их в этот раз 10, то, конечно, есть определенные сложности собрать работы. Тем более мы находимся на отдалении с Сергиево-Посадским отделением Союза художников. И, естественно, мы обращались в Союз, нам выделили куратора выставки, который подбирал работы, который организовывал. Сегодня здесь есть Ирина Виниченко. Выставка демонстрировалась в Сергиево-Посаде и с небольшими изменениями доехала до Щелково. Картины, представленные на выставке, заряжены личными впечатлениями от увиденного, доброй энергетикой, наполнены глубокими чувствами, отличаются индивидуальным почерком и свойственными каждому из художников яркими и запоминающимися художественными приемами. Каждый из художников за своими плечами имеет огромное количество персональных выставок. Их работы хранятся в ведущих музейных коллекциях страны. Я хотел написать, это этюд вначале был сделан, хотел показать, как серьги, значит, они наверняка плавали на лодке или ходили на лодках лучше, а река называлась Торгоша. Нет, рядом Торгоша, это другая немножко. Торговая река, особенно в распутье, наверняка самый такой простой способ передвижения. Поэтому у меня немножко другая мысль, что это Сергиев-Посад столетней давности. Внимательный зритель в изображении природы старых русских городов увидит трепетную и душевную красоту нашей земли. Выставка «По дороге в Ярославль» будет работать до 17 июня. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.